Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Дмитрий Анатольевич Медведев вступил в должность президента России. Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Уважаемые граждане России, дорогие друзья!